Около года тому назад я рассказывала грустным голосом о том, что в этой жизни всему приходит конец. И знаменитой на весь север Парижа шоколадной лавки бабушки Денизы тоже пришло время закрыться. Но 85 лет, пора и на пенсию. Почти полвека Дениза Кабо торговала лучшим шоколадом и конфетами со всех уголков Франции. Приезжая в Париж, к ней пополнить запасы приходила Мэрил Стрип. Дениза говорила: «У меня не бутик, у меня салон. Я не только продаю шоколад, но и говорю о нем». И вот, пробегая в очередной раз по улице Пьера Фонтена, я вдруг вижу витрину, свет, людей внутри и саму Денизу. Оказывается, в ее лавке теперь будет продаваться шоколад суперзвезды французской кухни Алена Дюкаса. Его шоколадные бутики растут как грибы после осеннего дождя. Вот и здесь, в историческом интерьере, с резной мебелью, вековыми зеркалами, пророс очередной бутик Алена Дюкаса. Дениза пришла поддержать новых владельцев. Да, конечно, это сеть, это совсем уже другая история. Но запах шоколада с улицы Пьера Фонтена пока не улетучивается. Это важно.